как ты дошел до такой жизни? Я когда-то подписался как раз на курс Сергея. Вот. Это было почти полгода назад. Потом увлекся таким инструментом, как фондовый рынок, понял, что делать деньги на нем просто. Если самому себе не усложнять, так сказать, жизнь. Просто, легко. В общем, ну, это дело хорошо у меня пошло. В течение определенного времени я выработал там простую стратегию, которую сегодня вам тоже расскажу. Вначале расскажу про фондовый рынок и по акции. Все представляют из себя, что такое ценные бумаги, что такое акции. Александр, извините, а можно чуть погромче? Стараюсь. Да, на самом деле я никогда в жизни не читал никаких лекций, там, не проводил никаких семинаров, я просто работаю, да. Поэтому не в этом даже дело, Я не знаю, за что куда висеть. Да я просто хотел, чтобы вы там постоянно спрашивали. Возможно, я буду применять какие-то термины биржевые, там, которые до меня. Самое главное, для того, чтобы было слышно, пожалуйста, не говорите, не шептите. Тогда будет слышно. Да, и громко говорить, но я постараюсь, но, возможно, буду забывать об этом. Значит, все представляют из себя, что такое ценные бумаги, что такое акции, или как бы требуется объяснить, рассказать. Знаю. Не надо этого уделять. Коротко. Хорошо, если коротко, то ценная бумага, что она собой представляет? Она представляет собой как бы подтверждение вашего права на что-либо. Если это, допустим, долговая ценная бумага, типа векселя, то это значит право получить по этому векселю определенную сумму. Если это акция, значит, она подтверждает ваше право на владение частью собственности акционерного общества, какого-то акционерного общества. Ценные бумаги бывают в документарном виде, да? В виде как бумаг. И в бездокументарном. Все вот, когда вот новички представляют себе фондовый рынок, они думают, что это там какие-то там стопочки бумаг, там все их там что-то там передают. Нет, в настоящее время большинство на бирже торгуются бездокументарные ценные бумаги. Они из себя что представляют? Бездокументарная акция – это просто запись в реестре предприятия. То есть как таковой ее не существует. Покупая акции, вы просто видите у себя на балансе, что, вот, что у вас есть такие акции. Никакой бумажки при этом вам не представляется, если, конечно, вы не захотите там, попросить выписку у брокера. Да, это бездокументарная форма. Все на бирже все торги проводятся в бездокументарной форме. Значит, биржа – это вот как раз организованное место, где эти бумаги покупаются, продаются. В принципе, вы можете продавать ценные бумаги просто друг другу, по договору, да? А можете торговать ими через биржу. Значит, чем мне нравится вообще инвестирование? Ну, я просто скажу, что на самом деле я все-таки не инвестор, а спекулянт. Чем мне нравится вот, как бы работа на фондовом рынке? А из всех видов инвестирования, на мой взгляд, это самый доступный инструмент. То есть, во-первых, минимальный входной порог, так его назовем. То есть минимальная сумма, с которой вы можете начать работать на бирже, ну, в принципе, меньше 100 рублей. То есть этого будет достаточно, чтобы купить, например, там, одну привилегированную акцию Ростелекома, она поменьше 100 рублей стоит и подается по одной штуке. Или там, например, бывают, вот есть такие акции Уралсвязинформ, там один лот, я сейчас не смотрел в последнее время, но он меньше 100 рублей как раз упал. 0,13 цента. Что? 0,13 цента. О, доллар. Ну, я доллар не понимаю. Как бы к рублям привык. Ну, естественно, что с такой суммой вы будете резко ограничены, как бы, в своих возможностях ничего практически не сможете делать. С какой суммой более-менее реально можно себя чувствовать, ну, достаточно уверенно, чтобы уже начать зарабатывать деньги, это, ну, на мой взгляд, лично я начинал с 30 тысяч рублей, и это, я считаю, что это оптимальная сумма. То есть это нормальная сумма, на которой можно начать учиться, если вы все... Уважайте, пожалуйста, женщины. Если у вас это дело пойдет, соответственно, уже довносить, уже, так сказать, увеличивать эту сумму.
Значит, кроме низкого входного порога на фондовый рынок, какие еще плюсы? Это высокая ликвидность. То есть вы очень быстро, за несколько минут, можете продать свои акции, там, выйти в деньги. Ну, еще, наверное, займет полдня или день, ну, может быть, у каких-то других брокеров это займет побольше, может, и 2-3 дня, чтобы эти деньги вывести, получить в наличной форме. Да? Но из бумаг вы можете выйти там, буквально за несколько секунд. Причем даже это может даже произойти автоматически, если вы заранее поставите там какую-то заявочку. Плюс этот инструмент не требует, в общем-то, особых знаний никаких. Не требует, ну, скажем так, желательно, чтобы они были, но можно обойтись и без них. Если вы будете следовать логике и здравому смыслу, то, в принципе, особо серьезных знаний не нужно. Они только будут мешать. Значит, сейчас в основном торги проходят через интернет. То есть, ну, все, что вам нужно, это компьютер с доступом в интернет, по характеристикам, ну, обычно нормальный, который нужен для доступа в интернет. Открывается счет. Открыть себе, значит, торги все, торговать на бирже напрямую вы не можете. Для этого вам нужен брокер. Пользоваться услугами брокера. Ну, на самом деле это чисто условно, потому что это раньше имело значение, сейчас это значение не имеет. Вы просто заключаете договор с какой-то брокерской конторой, открываете у нее счет. В принципе, она представляет из себя приблизительно то же, что вот провайдер для доступа в интернет. Да? Вы не можете работать в интернет самостоятельно, вам нужен провайдер, заключить договор с провайдером. То же самое на бирже, вы заключаете договор с какой-то брокерской конторой, которая предоставит вам доступ к торгам, к реальным торгам на бирже. Ну, советовал бы очень внимательно отнестись к выбору брокера, как бы пользоваться только услугами первоклассных брокеров, надежных. В принципе, случаев, конечно, случаев разорения, так сказать, брокеров было достаточно мало, но все-таки они были, ну, гораздо меньше, чем, например, случаев банкротства банков. Как, но значит, все-таки они были. Да, а? Как, значит, как определить, что это надежно? Да назовите что-то. Подождите, назовите это одно, а как вы дальше будете? Значит, как это определить для себя? Ну, во-первых, можно посмотреть информацию в каких-то независимых источниках. Например, на сайте NowFor. Это Национальная ассоциация участников фондового рынка. Они проводят, ну, они постоянно публикуют рейтинги, которые... Это организация независимая, поэтому, в принципе, ей можно доверять. Я сейчас не помню сайт, но это вы найдете в интернете. Так и есть. NowFor. Национальная ассоциация участников фондового рынка. Можно посмотреть у них. Можно посмотреть, например, на сайте МНББ и MySix.ru. Да, MySix. Сейчас напишу. Вот откройте здесь. Там вы посмотрите просто по обороту, какие брокеры самые крупные, у кого больше клиентов, у кого происходит больше сделок. То есть это единственный критерий? Это объемы? Нет. Еще, значит... Короче, закончим NowFor, там есть таблица, где разбиты по этим, по разным параметрам, которые там. Да, там в принципе, даже указывается категория надежности. Рейтинг. Значит, я скажу, какие, значит. Через кого работать? Ну, это будет просто реклама, если я начну про него рассказывать, то вы тоже. Просто назови, какие. Зал, значит, крупнейший. Самая крупнейшая компания, достаточно надежная, это БКС, Broker Credit Service. Назовите Сбербанк в этой области. Сбербанк в этой области, к сожалению, пока не работает. Нет, я имею в виду по... Типа Сбербанк. Аналог. Сбербанк. Работает Сбербанк, только он
через интернет так его услышать? Ну, они сейчас начинаются, да, начинаются. Планируют начать тоже торговлю через интернет. Возможно, скоро это будет, и, наверное, это будет один из самых крупнейших отрядов. Значит, крупнейший это у нас, как я сказал, БКС. На самом деле, вот крупнейший он считается для какой-нибудь, для Запада, это, не знаю, это очень... Да, это минимальный. Ну, насколько я помню, так, когда последний раз смотрел, у них всего около 12 тысяч клиентов на всю страну, да? И это самый крупнейший. У всех остальных даже меньше 10. И активных, то есть это те, кто совершает операцию хотя бы один раз в месяц, хотя бы одну операцию, это всего, если я не ошибаюсь, 4-5 тысяч клиентов. Кроме этого, крупные брокерские конторы – это Альфа-банк, это Финам. Дальше брокерский дом открытия. Атон. Да, Атон. Кстати, Атон, по-моему, даже второе место занимает, если я сейчас не ошибаюсь. Четвертое место. Может быть. Но относится к разряду одних из самых надежных. Атон. Атон, да. Сайт Атон. Онлайн. Ну, в общем-то, вот 5. А Цирик? Хорошо. Александр, а Цирих как бы вы оценили? Цирих вообще считается конторой не высшей надежности, достаточно. Я насколько помню, там по рейтингам у него надежность А. Самая высшая это 3А. ААА. Нет, у него 2. Может быть. Но я Цирих не люблю. Считаю его конторой очень ненадежной. Хорошо. Потом расскажу почему. Дальше. В кулуарах, в бане, да. Александр, скажите, пожалуйста, брокерские конторы, они берут же у вас направление какое-то, да? Да. Вот в чем их отличие еще, когда вы будете говорить, в чем их отличие. Значит, смотрите на комиссию. Кто-то берет просто процент от сделки и не берет больше ничего. Кто-то еще берет какие-то дополнительные услуги. Например, просто 200 рублей там, или 150 рублей в месяц за ведение счета. Там 200 рублей за представление терминала торгового. Ну, знаю одну контору, которая там берет 60 рублей, ну, не знаю, может, уже не берет, 60 рублей просто за смену позиции. Если вы, например, начали работать, у вас нет еще никаких бумаг, вы купили, допустим, совершили любую одну сделку, у вас изменилось состояние вашего портфеля, да, у вас появились какие-то бумаги, там, а денег уменьшилось, и так это оставили, да, на эту позицию. И так это оставили на следующий день, то они берут дополнительно за это деньги, так сказать, за изменение позиции. Если вы могли целый день торговать, в конце закрылись, опять по нулям, значит, с вас деньги не берут. Ну, мне такие конторы, естественно, не нравятся. Зачем? Просто когда есть нормальные конторы, которые не берут никаких денег, которым достаточно, так сказать, только процента, причем небольшого. Значит, вообще брокерские конторы, бывают вот, не знаю, как это назвать, обычные конторы, для которых это основной бизнес предоставления брокерских услуг. Кроме этого, еще брокерские услуги предоставляют банки. Вот я назвал уже вам Альфа-банк, есть внешний банк, ВТБ-24, он тоже предоставляет брокерские услуги. Мне больше вообще нравится пользоваться услугами банков. Почему? Просто очень удобно. Удобно вносить деньги. Я по пластиковой карточке, то есть у меня счет открыт в Альфа-банке, обычный счет и инвестиционный счет. Я по пластиковой карточке через банкомат вношу наличные деньги, через интернет там, за несколько секунд перевожу их себе на брокерский счет и уже могу покупать, продавать бумаги. То есть все достаточно быстро. Точно так же быстро происходит вывод денег. Я из программы вывожу их с брокерского счета на обычный. Если эта сумма небольшая, то есть она не будет связана там, с каким-то с выплатой налогов, там, не будет что-то как там влиять, то мне ее тоже выведут достаточно быстро. Ну, обычно это уже занимает подольше, конечно, вводить. Это может занять там, около пару часов. Ну, смотря когда, если я, например, вечером подам такое поручение, наверняка оно только на следующий день исполнится. Вот это удобно. Кроме того, с самого еще счета, с обычного счета я могу, то есть они поставляют услуги интернет-банкинга, да, я могу там оплачивать мобильный телефон, интернет,
оплату, да, любые другие услуги, переводить деньги по оплатам. Все достаточно удобно. Кроме того, банки, на мой взгляд, обладают более высокой надежностью, да? Потому что они уже за деятельностью брокерской компании следит такая контора, да, ФСФР, то есть Федеральная служба, да, по фондовым рынкам и по финансовым рынкам. Да. За банками еще наблюдает Центральный банк России. Но с другой стороны, ну, есть и обратный эффект, соответственно, на банка-брокера накладываются еще, так сказать, банковские риски определенные. То есть таким образом вы получаете как дополнительные возможности, так и дополнительные риски. Как вы с налогами поступаете? Значит, как с налогами при торговле? Автомат. Брокерская компания снимает автомат. Ну, не совсем так, на самом деле. Не совсем так. Если у вас нет прибыли никакой, значит никакого налога у вас нет. Ну, это понятно, да. Если у вас образовалась прибыль, то относительно внесенных денег вы начали работать там со 100 тысяч рублей, что-то там заработали, допустим, 30 тысяч у вас осталось, 30, да? Вот на эти, с этих 30 тысяч вы должны будете заплатить налог 13%. Налог с вас вычитается по итогам на конец года, где-то, по-моему, это в феврале происходит. Ну, может быть, каждый брокер по-разному, не знаю. А прибыль тоже считается на конец года? То есть, как бы, посчитали? Да, вот именно прибыль, которая была у вас на конец года. Если вы, допустим, начали в начале года там со 100 тысяч, заработали там, осталось 200 тысяч, а потом за последний месяц все спустили, естественно, все равно с вас прибыль вычитаться не будет. А если этим успеть? Все равно посчитается. Второй вариант, когда с вас снимается прибыль, это при выводе денег. Когда вы захотите. Да, поэтому я и сказал, что если сумма у вас небольшая, когда вы хотите снимать, значит проблем не будет, там вы ее можете вывести. Но если вы хотите вывести достаточно существенную сумму с вашего счета, тогда наверняка это займет больше времени, чем там 2 часа или чем 1 день. Потому что это будет связано с расчетом налогов, ну, займет это много. Что вы значит небольшая порог, нижний порог? Небольшая сумма от вашего счета. Ну, сколько это? Вот от 100 тысяч это 10 тысяч, 20, 30? Я не знаю, если у вас, ну, примерно 100 тысяч, вы заработали там 50 тысяч, то есть с вас уже какой-то налог должно удержать, и вы решите вывести там 5 тысяч, вам, естественно, их выведут без проблем. Вы их можете снять без проблем. Но если вы 50 тысяч захотите вывести, наверное, уже там как-то налог вычитает. Дело в другом. Есть просто тот минимум, который налогом не облагается, да, вообще. Нет. Подоходник. Нет, почему? Налогом обладается все. Любая прибыль. Все. Там на бирже, да, все. А через КБЮ, если работать, там по-другому жить. Там по-другому будет рассчитываться. Знаете, там немножко... Я тоже как-то занимался этим вопросом, хотел одно время через КБЮ. Там есть тогда возможность, что было 6%. Но меня даже другое больше интересовало, чтобы еще во все это дело включить затраты, допустим, затраты на интернет, затраты там, на какую-то там, периодические издания, газеты, журналы. Ну, потому что, насколько я понимаю, все это не работает. Значит, да. Я просто могу сказать, что если вы, как вы говорили, облагаете 6%, если вас возьмут со всей суммы, которую вы... Вот вы купили акции, да, потом, да, когда их продали, с общей суммы продажи с вас возьмут 6%. А есть разница? Не разница. А тогда 13%. А тогда 15%. Тогда не 13%, а вам даже 30% получается. Если 15%. Не ошибаюсь, там вообще 15%. Тогда это уже не 6%, это гораздо больше, чем... Да, это больше, чем... Ну, в общем, это путь неинтересный, да? Да. На самом деле неинтересный. Это, более того, этот путь... Расходы завышать, ну, там же можно это делать. Так расходы не берутся. Хорошо, вот эти нюансы можно узнать вообще-то у своего юриста. Это немножко не совсем та тема, на которую Александр хотел бы сказать. То есть я вам говорю, что есть более интересная тема, как технически можно зарабатывать деньги. Вот эти все нюансы можно у юриста узнать, у налогового инспектора и так далее. Просто позвонить по справочным бровкам. Сейчас основные биржи, где проводятся торги, это две. Это ММББ, Московская межбанковская валютная биржа. Там проводится... Основное количество сделок, это примерно, если считать по сделкам, то сейчас более 90% всех сделок проводится на ММББ. По объемам, там чуть поменьше, по деньгам, да, чуть поменьше, процентов на 50-60. Вторая биржа, это РТС. Значит,
она интересна чем, что на ETS есть такой рынок FOTS, фьючерс и опционный ETS, расшифровывается как. То есть там есть срочный рынок. Вот работая с... Это уже называется производный финансовый инструмент. Вот, работая с... Если вы захотите работать с фьючерсами и опционами, то вы тогда будете работать на ETS. Извините, пожалуйста. Да. Вы говорите сразу, можете двумя словами сказать, что такое фьючерсы? Я давайте это в конце немножко скажу, потому что на самом деле это очень интересная тема, и я сейчас ушел с обычного рынка, со спотового, да, называется спотовый рынок. Я с него ушел, и как раз сейчас занимаюсь как раз фьючерсами и опционами. В общем-то, это действительно интересная тема, там большие возможности. Чем мне вообще нравится фондовый рынок вообще? Что он открывает величайшие, большие возможности, если уметь ими воспользоваться. Нет, просто то для меня сейчас это значит, когда иностранное слово с языка... Так, ну дальше, когда вы определитесь с выбором брокера, что я вам советую? Советую для начала открыть демонстрационный счет. Я же вчера там немножко рассказывал об этом. Да? Большинство компаний представляет возможность попробовать свои силы на демонстрационном счете, где вам будет дано какая-то определенная сумма, там 500 тысяч рублей или миллион рублей. Вот, на самом деле, что с него можно получить? Только попробовать посмотреть, какие кнопки нажимать, так сказать, чтобы купить или продать какие-то бумаги. Вот, но я бы вот вам советовал заняться тем, чтобы попробовать, наоборот, взять эту сумму, которую вам дадут, там 500 тысяч, допустим, попробовать поиграть, пустить. Чтобы что-то научиться делать правильно, надо сначала понять, как сделать неправильно. Просто попробуйте, задайте целью за месяц эту сумму как-то спустить, как-то от нее избавиться. Вы поймете, что сделать это достаточно сложно. А те... Ну как ложно, давайте скажите, как вы это сделаете. Ну, прям, зачем специально? Реальные деньги, да. Нет, мне спускать не давали, как вы ставите. В принципе, вы поймете, что для того, чтобы уменьшить свой счет, что нужно сделать? Что нужно делать? Нужно, во-первых, совершать как можно больше сделок, да, чтобы разоряться на комиссии, чтобы платить комиссию. Второе, покупать какие-нибудь малоликвидные акции с большим спредом. Вот Сергей рассказал, что такое спред, да? Не надо повторять. Не надо. То есть, где большая разница между суммой покупки и продажи. Работать вот с каким-то там вторым эшелоном, где там просто гигантский спред. Ну, не знаю, что еще. Еще пользоваться большим плечом, так сказать, маржинальным кредитованием. Я сейчас немножко расскажу поподробнее про это дело. Но, по-моему, когда вы работаете на демонстрационном счете, его не дают, не представляют никогда. Я не видел контору, которая бы его представляла, возможность работать с демонстрационным счетом. С плечом на демонстрационном счете. Попробуйте просто заняться этим. Вы, в общем-то, я думаю, что это вам даст уверенность в том, что потерять, избавит вас от боязни, так сказать, потерять деньги, что в общем-то, потерять тоже достаточно сложно. Поймите, что потерять достаточно сложно. Ну, теперь непосредственно по сам фондовый рынок и по стратегии. Значит, кто, скажем так, как можно вот разделить людей, проводящих операции на фондовом рынке, вот на какие, так сказать, можно их разделить? Группы. Ну, они немножко, скажем там, конечно, это все условно, но все равно. Первое – это инвесторы, да, второе – спекулянт. Я бы так разделил. Есть еще третья такая категория людей, которые вообще непонятно, зачем пришли, непонятно, что делать, сами не понимают, где находятся. Вот. Ну, именно, так сказать, на биржевом жаргоне называемые овцами. Ну, это хорошая категория людей, как раз. Спекулянты-то, в общем-то, значит, их раздевают, да? Да. Поэтому для начала определитесь, для чего вы пришли на фондовый рынок. Какие вы ставите до цели, какие у вас задачи, что вообще от него хотите. Ну, вкратце, кто такие инвесторы? За счет чего получает прибыль инвестор? Значит, инвестор, ну, как правило, проводит минимальное количество сделок, покупает акции, держит акции долго, несколько лет, да, и больше. Значит, за счет чего он получает прибыль? Ну, первое, конечно, это за счет дивидендов, понятно, да, что каждый год там дивиденды, ну, они очень маленькие, понятно. Основное – это все-таки рост стоимости акций. Из-за чего происходит рост стоимости акций?
Ну, во-первых, покупая ценную бумагу, да, покупая акцию, ну, фактически вы как бы становитесь, вы покупаете часть какого-то акционерного общества, маленькую часть. Да. То есть, покупая акцию «Газпрома», вы становитесь, ну, может быть, совладельцем «Газпрома», вы владеете маленькой его частью. За «Газпромом» стоит серьезный бизнес. Ну, как рассказывал Сергей, да, идет превращение капитала. Акции, значит, «Газпром» часть работает, зарабатывает прибыль, часть прибыли он передает вам в форме вот этих дивидендов, которые получит, небольшую часть, другую часть он вкладывает в производство, соответственно, ваша эта часть растет, в пропорциональном выражении там она может ставиться той же, но в стоимости она растет. То есть инвесторы получают прибыль за счет естественного, скажем так, экономического процесса. За счет роста экономики. Ну, еще, конечно, и играет там фактор, как защита от инфляции. То есть какой-то рост дает хотя бы то, что эти ваши материальные ценности, которые стоят за материальные активы, да, которые стоят за вашей бедой, то, что они, ну, обычно не подвержены инфляции. И спекулянты. Спекулянты. Это люди, которые, ну, совершают больше сделок, да? Которые стараются поймать цену, стараются поймать каждое ее, так сказать, движение. Ну, в принципе, рост цены всегда идет вверх, да, со временем. График, он всегда направлен вверх. В большом временном масштабе, если мы смотрим, 10 лет, да, ну, вот так. Но если посмотреть поменьше, да, то... Вот так как-то идет. Спекулянт старается поймать каждое падение, да, и каждый рост. Сыграть на этом, получить неоднократно прибыль. За счет чего спекулянт может получить деньги? Только за счет того, что их кто-то потеряет другой. Ну, вернее, не только. Основную часть денег он получает за счет того, что теряет кто-то другой. Часть денег он также получает, так сказать, за счет естественного экономического роста. А часть прибыли, ну, за счет того, что, первое, за счет людей, которые непонятно зачем сюда пришли, второе, за счет своих менее удачливых, так сказать, коллег, там, менее везучих, там, я не знаю, или те, как просто допустишь ошибку. Ну, конечно, может он получить и за счет инвесторов. Также инвестор может спекулятивно сработать. Там все достаточно переплетено. Но вы должны как бы понимать, да, что спекуляция – это достаточно тяжелый труд, и плюс это обыгрывание кого-то другого. Это, не знаю, как назвать, искусство, спорт, наверное, обыгрывать кого-то другого. На мой взгляд, это делается несложно, потому что просто достаточно посмотреть, там, что там за публика, что там за народ. Они, по-моему, сами хотят, чтобы их обыгрывали. Кто-то приходит там просто так, не знаю, для кого-то важен процесс, там кто-то решил попробовать, там, мне рассказывают, $500 000 там вложу, так попробовать, а вдруг попрет. Попер? Не знаю. Книз. То есть, если правильно понимать, да, то на рынке можно зарабатывать те, кто зашел на рынок, ты увидел, что кто-то хочет расстаться со своими деньгами. Ты просто позволил себе их взять и все. Ну, в общем-то так, да. В общем-то так, да. Самое главное, как узнать это? Вот смотрите, да, вот к чему я веду. А если вы хотите, если вы не хотите уделять этому никакого внимания вообще, если вы хотите заниматься вот именно инвестированием, если вы хотите получать именно пассивный доход, значит, ваша судьба быть инвестором. Вы это как бы поймите и определитесь. Многие просто не понимают, приходят. Ну, на самом деле я тоже. Я пришел, я думал, буду заниматься инвестициями. Ну, потом попер и стал спекулянтом. Вот. Но это просто судьба всех. Сначала все думают, что это сложно, что это как-то там. Через что он приходит, видит, как цена там по 5% может деньги скакать, какие на это можно делать деньги. Начинает спекулировать. Ну, дальше по-разному. Кому как. Кому как повезет, кому как.
если вы будете, если вы хотите, так скажем, стать спекулянтом, то помните, что это будет занимать время, это та же работа, это бизнес. Это бизнес. У меня это по-разному занимает, абсолютно. Я сейчас расскажу это. Почему? Мне иногда это занимает. Я иногда, хоть я и спекулянт, но иногда вот недавно купил Татнефть и держал 2 месяца. То есть, в принципе, особо сделок, делок не сделал. Просто посмотрел, смотрел, ничего не анализировал, ничего. Пока идет, пока прет, ничего больше не делал. Иногда я сижу внутри дня и там могу 20 делок делать. Ну, по 100, конечно, не делал никогда, но по 20 надо было. В день? В день. В зависимости от состояния. Это занимает? Это количество сделок. Ко времени? Ну, кнопку нажать. 5 секунд. Подумать. А я поэтому скажу. На самом деле. Надо постоянно следить, там растет, падает. То есть постоянно сидеть, как говорится, в этом, на этом, я не знаю, где там. Это большая ошибка. Постоянно сидеть и смотреть. Надо анализировать все вечером, когда нет торгов. Дело в том, что когда, если вы будете анализировать во время торгов, вы будете подвержены, ну, достаточно такому мощному эмоциональному состоянию, давлению, да, вы смотрите, о, да, 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 пошло, попело, вы забудьте про всякую логику, вы забудьте про все. Поэтому я лично анализирую все вечером, а днем уже просто делаю, ну, вернее, я оговорюсь, стараюсь так делать, да, анализировать все вечером, а днем уже, блин, уже работать, то есть делать то, что я... Анализирую. Занимает это у меня обычно вечером от 5 минут, если ничего такого особо не происходит, если я купил, держу, что-то такое растет, посмотрел, что по графику, что все нормально. Если я уже, да, в какой-то позиции купил и взглянул, все нормально. Даже не 5 минут, 1 минуту загрузить, посмотреть. До 3-4 часов, может быть, если там рынок непонятно, если там сидеть, поубирать акции, пообсуждать, там еще в чате там что-нибудь. Вот, можно занимать там 3-4 часа. В зависимости от ситуации. Так, вернемся, значит. Значит, советую. Еще раз скажу, да, советую сразу определиться, с какой целью вы пришли на рынок, какой доход вы хотите получать. Хотите ли вы постоянно следить за ценой, да, постоянно там что-то. Думать, изучать, смотреть графики. Или хотите просто получать пассивный доход, вложить, не париться, снять там через 10 лет. Наверняка с прибыли. Потому что за 10 лет уже, скорее всего, рынок вырастет. И так сказать, и все. И не знать, там, не вдаваться никакие подробности. Не следить за новостями. Придешь одним вечером, другим вечером придешь, а там уже все рухнуло. Ну, вот для этого я вам расскажу, значит, насчет рухнула. В принципе, за всю историю российского рынка, за всю, включая дефолт в 98-м году, да, достаточно серьезное падение в 98-м году, если даже это посчитать. Ну, с другой стороны, включая и прошлый год, когда рынок дал 83 где-то процента, по-моему, вот за все это время, если посчитать, то в среднем рынок давал 30% в год. Да, вот последний год это было больше, вот Сергей говорил, там 60 там было. В прошлом году 80. Но в целом, с учетом даже того дефолта, рынок дал около 30% в год. И те, кто, несмотря на это падение, не стал продавать, а подержал, сейчас нормально, все чековали. Сейчас. Насколько я тут на днях прочитал цифру, не проверял, правда, но с 2000 года по сегодняшнее время рынок дал 7500%. Вот, с 2000 года. Ну, понятно, что 30% это совершенно сложный процент, да, процент. Вот с 2000 года я посчитал такую цифру, что по сегодняшний день рынок дал 7500%. Вот если по каким бы, акциям? Ну, каким это акциям? По рынку, по РТС, это, да? По индексу РТС. А, индекс РТС. РТС вырос на 7500%. Ну, ничего не делая, да, так сказать. Кстати, если дефолт, то... Как правило, наоборот, хорошее время для покупки, если вы хотите в позиции. То как раз самое время если осмотреться еще и начать аккуратно скупать. Самое лучшее время. После него, после дефолта всегда происходит какой-то отскок. Там, ну, может быть, там будет какая-то стагнация небольшая. Еще надо скупить того, кто останется потом в дефолт, а то скупишь тех, кто помрет. Что значит их помрет? Ну, я не знаю, плю акции чьи-нибудь, а он помрет.
Слава Богу. Ну, если за всю историю, как бы, по-моему, известен только один такой случай, это Юпос, да, где это можно, где история длилась достаточно долго, и было, не знаю, множество возможностей выйти и по самой большой цене. И потом уже даже немножко потерял. И более того, даже вот последнее время, перед тем, как, наверное, мы бы остановили торги акции Юкоса, он там ходил по 50-60% за день летал. Там уже просто видно, с ума сходил, непонятно. Причем влетал рос. Не падал, а рос. То есть было и такое. И, кстати, до сих пор, по-моему, на АТС торги Юкоса не остановили. Они, по-моему, до сих пор проводятся по бумагам Юкоса. По-моему, да. То есть, даже в такой ситуации. Поэтому, исходя из этого, какая наилучшая защита, так сказать, своих активов для инвесторов? Это диверсификация. То есть разделение своей суммы денег, которую вы хотите инвестировать. Подробнее, пожалуйста. То есть разделить сумму денег, которую вы хотите инвестировать, ну, на, не знаю, на определенное, на какое-то количество бумаг, эмитентов. То есть, ну, не знаю, 10-15. Я, в общем-то, не инвестор, мне тут сложно говорить, какой будет лучше, но я думаю, не меньше 10. Купить акции наиболее надежных компаний. Это Газпром, Сбербанк, Норильский никель. То есть первый эшелон, другой фишек. Второй эшелон, честно говоря, я не знаю, второй эшелон тоже интересен с этой точки зрения, но второй эшелон чем хорош? То, что он стреляет достаточно сильно. Начинать лучше с какого эшелона? Да я бы советовал работать с голубыми. Ну, я спекулянт, я работаю с голубыми фишками. Но для инвестора, я не знаю просто, я ничего не могу сказать по второй эшелон. Скажи, надо просто знать, да, хорошо. Но надо, если вы хотите второй эшелон, то это надо заниматься, этим надо заниматься, изучать. Например, работая с акциями Газпрома, вы, ну, понимаете прекрасно, да, что все это найдешь, что вам не нужно для этого там что-то читать, на баланс там какие-то узнавать, там читать и так далее, там что-то по делу узнавать. Купил же какой-нибудь там, не знаю, там всякие, там Томск Энерго, там еще какие-то там сейчас они там, или там был второй эшелон, помню, КБ Ярославич. Саша, давай про первые, пожалуйста. Давайте про себя. Про себя, да, вот ты торгуешь. Значит, сейчас еще тогда закончим с инвестицией. Не знаю, ладно, закончим с инвестицией. Значит, я вам просто покажу график сейчас. Ну, здесь это график МББ, торги акциями Газпрома МББ начались только в январе, с начала января. Вот Газпром тогда, у него был там период такой стагнации, он шел, ну, допустим, можно, инвестор мог войти в него, купить деньги по 220 рублей. И сейчас Газпром, вот без учета вчерашнего дня, там 289, ну 290 рублей. То есть прибыль инвестора, ну тут, конечно, года нет, чуть меньше года, там 220 на 270, 50 рублей, сколько это? 20 чем-то процентов. Какие возможности у спекулянтов? Не будем смотреть вот на это, да? Здесь тоже можно было делать денег. Спекулянт мог. Я сейчас говорю только о возможности, да? Спекулянт мог купить, ну, допустим, по 220, продать по 360. Почему простой инвестор не мог продать по 360? Почему нет? Он не будет смотреть, он не следит за этим. Если вдруг сам 60 подлетел, вы не будете смотреть, не смотрите. Ну вы можете даже не знать. Нет, возможно, конечно. Простой инвестор будет знать, что он будет 400. В данном случае инвестор бы сработал спекулятивно. Правильно? Он просто выбрал момент. Это нормально, это тоже вариант. Он мог так сделать, естественно. Но мы сейчас дальше смотрим. Ну, допустим, продал он здесь по 360. И все, на этом его закончилось. 220 по 360. Это у нас 140 рублей. То есть это процент 80, да, наверное. Раз. Дальше. У инвестора, у спекулянта есть возможность, в отличие от инвестора, стать в шоу. То есть продать то, чего у него нет. Сейчас расскажу. Продать то, чего у него нет. То есть получать прибыль можно двумя способами на фондовом рынке. Да? Первое, это что-то купить, дождаться изменения цены, стоимости повышения, там упадет. Купил по 100, продал по 120, 20 рублей заработал. Как позиционировать?
Лом. Что? Люди, играющие на повышение, там зовутся быками на фундаменте. А есть второй вариант. Этот вариант не подходит для инвестора. Инвесторы, так сказать, играют только на свои деньги, играют это в лом. Но спекулянт мог продать то, чего у него нет, то есть взять взаймы бумаги, да, те же акции Газпром, взять, продать их по 360, подкупить их по, ну давайте там по 250 возьмем. Еще заработать, ну допустим, там он по 350 продал, тут он там по 250, еще заработать 100 рублей, ну сколько там, процентов? 40, да, еще. В общем, в итоге получается 100%, если на взлете, на падении 100% получается. Ну, я правильно понимаю, что если этот спекулянт неопытный, извините, и он купил вот на том маленьком подъеме за 240 с расчетом, что потом они упадут, а они, сволочи, взлетели и не падают, то он будет вынужден в какой-то момент купить. Неопытный спекулянт так поступает. К этому я скажу. Вот давайте. В этом случае. Я даже вам скажу такую статистику. На самом деле, среди инвесторов получают прибыль, люди, определившие, что они инвесторы, да, получают прибыль больше 90%. Не получают ее только те, кто там, ну, по каким-то причинам не додержал, может, деньги срочно понадобились, там, может быть, и еще что-то там такое. Либо, ну, либо связался с каким-то вторым эшелоном, непонятно, не знаю, для меня темная тема, не занимаюсь. А среди спекулянтов, прибыли, получает прибыль, ну, выигрывает, так сказать, только 10%, а 90% проигрывает. Получает прибыль только лучше. На мой взгляд, будет лучше несложно. Сейчас, потом дальше расскажу, почему. Что надо не купить. Дальше, ну, мы посчитали 100%, да? Потом он еще здесь мог перевернуться, купить, здесь продать. Вот так вот, вот так вот. То есть, ну, сколько, наверное, на таких движениях? На 1000%. Можно было. Мы говорим только о теоретической возможности. Это еще не все, на самом деле. Спекулянт может и часто, ну, всегда практически пользоваться заемными средствами. Да, вот это вот маржинальное кредитование, плечо так называемое. То есть по нашему законодательству, по, так сказать, инструкции, не знаю, как оно, требования ФСФР, брокер может кредитовать своего клиента для покупки акций. Ну, вот один вариант я уже рассказал, да, кредитовать. Это вот стать шоткой, кредитовать бумагами. Второй вариант. Кредитовать деньгами. В количестве, значит, это количество может быть, если вы обладаете суммой менее 600 тысяч, или если у вас на счету, да, общая сумма, или если у вас нет еще опыта, вы работаете менее полугода, в том числе менее 3 месяцев из них пользуетесь уже маржинальным кредитованием, то если это не отвечаете этим условиям, то вам могут достать второе плечо. То есть на сумму 100 тысяч дать еще 100 тысяч на покупку акций. За это, ну, брокеру это выгодно, понятно, да, брокер получает комиссию, брокер вообще не важно, там, в плюсе, в минусе, он свою с каждой сделки получает, и все. Естественно, понятно, что брокер чем больше денег вам даст, тем, значит, больше вы купите, больше продадите, соответственно, больше он получит. С одной стороны. С другой стороны, за представление этой суммы он с вас также будет иметь процент. Например, ну, обычно где-то там сейчас 16%, вот так, деньги дают вам 16% годовых. Дополнительный источник заработка для брокера. Так вот, спекулянт, здесь бы еще работал с плечом. Если он начинаешь там со вторым плечом, то есть было у него 100 тысяч, купил бы он этих акций на 200 тысяч, а если он уже более полугода работает, на счету у него более 600 тысяч рублей, ну и соответственно уже маржинальные сделки используются более 3 месяцев, то ему бы дали четвертое плечо, то есть на его 100 тысяч, ой, ну 100 уже не получится, допустим, миллион, он бы мог купить акции на 4 миллиона. Соответственно, вот все, что мы посчитали, да, все это можно практически умножить на 4. Ну, на самом деле, конечно, настоящий спекулянт поступил бы еще лучше, он бы не стал связаться, он купил бы фьючерсов. И все это можно уже умножать на 6,5, на 7. И это тоже не предел. Потому что вот когда вот вы купили здесь,
на 200 тысяч, допустим, на 100 тысяч на свои, 100 на заемные, вывел у вас, допустим, за сегодня, стало там денег, там, 220, 270, заработали 50 рублей. То, что вы купили на свои, ну понятно, оно на свои. А то, что вы заработали на заемные средства, да, вы забрали деньгами и отдавать вам придет деньгами, у вас увеличилась сумма уже. Вы эту сумму можете дополнительно реинвестировать, еще докупать на нее этих бумаг. То есть таким образом пирамиде, увеличивая свою прибыль. Ну, если, конечно, уверен в дальнейшем росте. Ну и, в общем-то, вот что мы посчитали, да, вот с Газпромом. Это главный вопрос. Как быть 10% спекулянтов, Саша? Иду я к этому. Уже пора, уже пора. Главное, я бы сказала, как не быть 90%. И как не быть, тоже жесткие правила. Значит, просто сейчас я вам просто рассказал, какие возможности дают спекуляции. Определитесь вы сами, да, для себя, кем вы хотите стать. Инвестором, стоит ли он связываться, стоит ли он гарантированно. Ну, гарантированно нельзя, конечно, ничего больше. 90% оставшихся нет логики здравого смысла. Получается, что нет. Надо просто посмотреть, если вы... Да, тут еще везение какое-то должно. У вас есть какие-нибудь жесткие принципы свои? Конечно. Давай. Теперь все уже созрели. Хорошо, значит, теперь на что, значит, просто давайте подумаем логически. Все понятно, что на фондовый рынок мы пришли зарабатывать деньги, да? Что нужно, чтобы зарабатывать деньги на фондовый рынок? Что нужно для этого знать? Я уже, да, сказал три способа, как это делается. Это либо купить что-то, там, дождаться роста, продать, получить прибыль, либо наоборот продать. Что нам для этого нужно знать? Для этого нужно знать, первое. Для этого нам нужно ответить на такие вопросы. Что купить? Первое. Какие бумаги? Второе. Когда их купить? И третье, самый главный вопрос. Когда их продать? Второе. Когда купить, естественно? В какой момент? Да? Можно же Газпром. Ну, вот знаем, да, вот мы хотим купить Газпром. Можно Газпром купить по 230, а можно по 360. То есть всего нужно знать ответы на три вопроса. Зная, представим, что вы знаете ответы на эти три вопроса, зарабатывание денег получается очень легко. Теперь как получить ответ на эти вопросы? Действительно, только логика и здравый смысл. Саша, вы волшебник. На самом деле все просто. Я вам скажу дальше, там еще все проще. Это настолько просто, что вы мне не поверите. Придете и поиграете. А я выиграю. Может, ты вербуешь просто овец сейчас? Да. Послушайте, в конце вывода, когда уже, да. Посмотрим, кто выиграет. Теперь давайте варить. Давайте это самое. Значит, три вопроса. Первый вопрос. По-моему, сам пастырь. Да? Что купить? Ну какие акции какой компании? Этот вопрос вы просто ответьте на себя, за него на себя сами. Ну, это голубые фишки, однозначно. Правильно, голубые фишки, да? Не надо связываться с вторым эшелоном там, с третьим. Это голубые фишки, которых не так много, там 10 штук нормально острогованных. Если вы на фьючерсах, там вообще штук 5. Все. Ну, все-таки. Хорошо. Под запись можно, пожалуйста? Что под запись? Ну вот эти 10 список. Перечислили, да. Значит, Газпром, наверное, самая голубая фьючерс. Это Газпром. РАУ ЕС. Правда, РАУ ЕС, вот ее дальнейшая судьба сейчас под вопросом, но. Пока это нормально. Все будет хорошо. Ну там нет. Пишите. Сбербанк. А вы что, все советы даете, я тоже готов. Я купил, скажи. Акции Сбербанка. Они есть обычные и привилегированные. Ну, разницу знаете? Да, есть. Нет. Для вас разницы никакой. Дальше у нас никель, ГМ государственный норникель, комбинат на риск, акции на риск никель. На риск никель. Так,
Лукойл. Лукойл, да, однозначно. Сургут. Чуть-чуть, да, такой, скажем так, ну уже, ну, в том, что он не наживешь, не назовешь, все равно хорошо, торговая акция. Это Татнефть, Сургуч. Сургут, нефтегаз. Рая, Лучок, да. И, ну что у нас там? Телеком, Ростелеком. А Роснефть сейчас? Сейчас, да, уже Роснефть становится, и ей только недавно начали, ну, в общем-то, уже, в принципе, дальше, уже даже Роснефть. Методики. Значит, из этого списка, этот список можно сократить. Вы сами просто для себя определите 5-7 бумаг, не знаю, и следите только за ним. Определите себе этот список. А как его определить? Вот как хотите, по-любому. Я вам скажу, с чем я работаю. Да? Но однозначно Газпром, однозначно. Видите, он как-то стрельнул, да, и потом можно. Еще раз так сходить. Газпром — это бумага, которая там процентов по 100 в год она дает. Лукойл — это из нефтянки, Лукойл. Раньше я любил Татнефть, сейчас я не работаю, но у нее фьючерсов нет. Татнефть и Сургуч, Сургутнефтегаз. Я с ней работаю. Сбербанк. Ростелеком. С Ростелеком, правда, история немножко сейчас такая, да, тухлая, нет, хорошая для спекулянта. Для спекулянта самое оно. Он улетел в небеса просто. А что, Рай, да? Что, продаваться? А, значит, РАУ ЕС. Я ее вычеркнул из своего списка. Сейчас, правда, на фьючерсах я к ней вернулся. Но одно время я ее вычеркнул из своего списка, ну, по той причине, что вот, судя по графикам, она очень непредсказуема. Все, определили для себя список бумаг. Ты ищешь предсказуемое. Да, я ищу бумаги, которые... Ну вот, смотрите, Сбербанк растет, да, процентов по 100 в год дает. Если посмотреть графики. Газпром дает. За месяц 30%. Да нет, это сам, ну, в год я имею в виду. 2005-2007. 2007 тоже 100%. Сбербанк? Ну он уже еще раз забил. Но вы краи берет, уже там 60, сколько там, это самое. Наверное, да, стоит. Можно посмотреть. К сожалению, сейчас у меня гаечки не открывают. Дальше. Когда купишь? Теперь, когда купишь? Средства. Значит, смотрите, как я подхожу к этой точке зрения. Вот я опять возвращаюсь к тому, что вам надо поделиться, зачем вы пришли на рынок и чего от него хотите. Да? Если вы пришли с определенной целью, допустим, сделать на нем миллион. Сделать на нем миллион. Например. За какой срок вы это хотите? Допустим, ну, вот я себе за год. Не вопрос. Не вопрос. Вам на фьючерсы. Можно. Сейчас я вам покажу. Есть у меня такая табличка, как для себя составил. Значит, если, допустим, начальная сумма у вас 100 тысяч рублей, вот я как раз на 30 тысячах получился и потом начал со 100 тысяч рублей. Если у вас есть 100 тысяч, я вот для себя поставил сначала цель делать там 2,1% в месяц. Я посчитал, что для меня вначале, как инвестор, так сказать, и решив, что я стану инвестором, я посчитал себе, что мне надо там около 30%, это 2, я не знаю, найдете тут, ладно, поставим 2%. Ну все ясно. Делать по 2%, да? Ну по 3, допустим, поставим. Нет, 3 уже много. 2. Я быстро понял, что, ну, то есть, это ничего не надо делать, рынок сам дает эти деньги, да? Я говорю, что 30% каждый год он дает. Ну, когда у нас получится миллион? Значит, здесь у нас вот каждый месяц, если по 2%, это, конечно, чисто условно, да? Может больше, может меньше, но если делать по 2% в месяц, вот у нас что получается. Завораживается. Миллиона мы никогда не увидим. Увидим миллион рублей. Нет, это 10 лет, у меня только на 10 лет вообще. Это, конечно, много. Ну, 11-й год, конечно. 120 месяцев, да? 10. То есть там всего лишь миллион рублей, это всего лишь там, 39 тысяч долларов по курсу 27 я там считал. Не годится. Но я понял, что для этого ничего не надо делать. Это будет само собой практически. Да? Скорее всего, будет больше. Я себе сначала поставил цель делать 5%. Посмотрел. В месяц. Да, 5% в месяц. Ну ее уже пришлось сделать, да? Ну, сначала поставил цель. Нет, ну уже сделали. Это получается 80%, практически 80% в год. Ну, единственное, я тут, конечно, не считаю налоги.
Но скажу просто по той причине, я сначала хотел тут еще вложить, посчитать навык, но реально просто сама боль получалась. Вот нормально, вот уже через 10 лет, по периоду этой суммы, я кстати, это еще не довнося денег. Да? Надо 10 лет, давай рамки года, что ли? Ладно, я начну с того, что я поставил себе задачу делать 5% в месяц. Делать 5% в месяц — это очень легко на фондовом рынке. Соответственно, как я вначале начинал это сказать? Я просто ждал какую-нибудь хорошую падение. Я сидел, старался ее так делать, старался сидеть, ничего не делать. Смотреть. Как только немножко просели, покупать бумагу с плечом. То есть было у меня тогда второе плечо. И ждать роста 2,5%. Слушай, после этого просто закрываться. Да? Можно вопрос? Вот насколько должна бумага просесть, чтобы ты ее купил? Я сейчас перейду потом график, расскажу про технический анализ, потом там все станет ясно. Те моменты, когда их... У нас осталось 40 минут, Саша. Да, да. Уже хорошо. Терпение надо. Хорошо. Значит, ничего сложного это нет. Просто, да, раньше вот я просто тупо работал, ждал какого-то отката, да, брал, все, 2,5% вверх, закрывать 5% мои. Стараюсь больше ничего не делать. Не всегда это удавалось. Удавалось иногда там сделать 18%, в январе у меня было 18%, потом что-то опять давай, там, так сказать, циклики побежали, давай, так сказать, дальше. Остался к концу месяца 2%. Тут самый важный фактор, вот, сделал план, сидеть, ничего не делать. Ну, в конце концов, я понял, что 5% делать таким способом вообще легко, то есть всего 20%. Да, больше достаточно. Стал делать практически сразу там же, в январе я себе поставил цель делать 10%. Можно спросить вкусно? Да. Я просто, знаете, я чувствую, вы к этому подходите все. Вот все-таки мне эти, понимаете, все так гладостно звучит, красиво. Не к вам это имеет отношение, просто такая атмосфера у нас вот хорошая. Что пришел, посмотрел туда-сюда. Но вы же сами понимаете, что как бы просто так не посмотришь, правильно? Это надо как-то индикаторы изучать, теханализ, да, да, графики, вот это все. Я сначала подхожу тем, что все это бессмысленно, графики, там, индикаторы. Ничего. Если вы не знаете, пока цели нет. Если вы не знаете, чего хотите, что хочешь, допустим, да. Вот приходят куча таких людей, которые начинают изучать графики, индикаторы, входит там это, их, вот им интересуется, их интересует сам процесс. Им интересно, как это график, вот туда, там. Нет, сказать, почему? Они не думают, они не понимают, зачем они прислушаются. Понимаете, давайте послушаем, что делает он. Давайте послушаем, что делает он. Остановился на цели 10%, да? И это пока, это мне на 10% в месяц. Красиво все. Сейчас 10% в месяц. Да, все, нормально. Да. Через 5 лет миллион. Не, ну это все понятно. Конечно. Чем больше, тем лучше. А, вот пятый год, да, пошел. Пятый год. Вот он, получается 30 миллионов рублей. Давайте, тактику. Женщина, ну давайте послушаем. Что ж там будет? Ну я к этому веду. Да. Смотрите, значит, смотрите, что. Вот эта табличка, она мне просто дала ответ на вопрос, когда продавать. Да? Я вначале я входил в бумаги, ну, больше так вот. По наитию, вот именно там подупало, или не сильно выросло абсолютно. Тогда было просто, тогда рынок рос, мне было тогда просто входить. Логика была простая, покупать, когда дешево, продавать, исходя из финансовой стратегии. Ну, естественно, что на самом деле я бумаг не подавал, я просто, когда нас сделали 5%, процентов выставлял жесткий стоп. Что такое стоп? Это получение, что если цена пойдет вниз, то есть ниже же цены, то продался, и 5% все равно у меня в кармане. Если она пойдет вверх, у меня будет дополнительная какая-то прибыль. И стоп я потом. Если это иногда это получалось в первые дни мне делать, да, там, и в первые дни месяца. И, естественно, я стоп двигал. Вот у меня прям в феврале получилось на Ростелекоме. Я просто посмотрел, что все растет, все голубые фишки выросли, а Ростелеком не вырос. Я поставил на Ростелеком. Он тогда стоил 64 рубля, по-моему, тогда взял. Сработало, Ростелеком вырос там по 105, я его где-то скинул. То есть я тогда, ну я стоял не всей суммой, но зато с плечом, там мне еще Сбербанк еще был. Вот, ну, 40% я сделал в феврале. То есть, в принципе, я брал то, что дешево, и продавал, когда, ну не продавал, а выставлял стоп, когда оно мне делало мою норму.
И все. Я сосредотачивался только на цели. Сделать эти сначала 5, потом 10%. Все. Даже если он выше растет, все равно катается. Значит, вот я как раз подхожу к этому. Да. Как, если стоп был на 10%, как Ростелеком вырос до 40%, его же тогда должен был брокер продать на 10%? Нет, это сейчас немножко, это не тейк-профит, не тейк-профит, наоборот. Он пошел выше моих 10%, да? Все, там я стоп поставил, пойдет вниз, ну пойдет, плевать, мне моя норма сделана, все. Я сосредоточился только на плане. То есть все. Теперь дальше. Соответственно, это, конечно, хорошо работало, пока рынок рос, пока там до мая, там, и так далее, пока все не упало. В принципе, как вы сами понимаете, в этой системе, да, в общем-то, везде, ну, всегда важно предсказать, куда пойдет цена, как она пойдет. Да, и все на этом сосредотачиваются. Ну, со временем я понял даже одну такую вещь, что, в принципе, даже не важно, куда она пойдет и как она пойдет. И что в принципе. Вот смотрите, за счет чего получает деньги инвестор? Почему 90% выигрывает? Потому что вероятность того, что рынок пойдет вверх в течение там, за 10 лет вырастет вверх, вероятность этого очень высокая. Правильно? То есть это, не знаю, процентов 99%. Хотя вот есть у нас пример с японским фондовым рынком, который там что-то там бабахнулся очень сильно. Но в целом рынок всегда растет вверх. За счет чего получает деньги спекулянт или проигрывает. Ну, давайте проигрываем. За счет того, что спекулянт, он получает деньги других людей, да? Те, которые проигрывают. Один выигрывает, другой проигрывает. Вот Сергей не сказал, но у него в курсе есть очень интересная эта тема по блоке по инвестиции, по ИГУ с отрицательным результатом и с положительным ожиданием, да, результатом. То есть, например, если мы там с кем-то там поспорили, что там, да, решили там, Сергей, по-моему, там с бильярдом, да, например, решили сыграть бильярд, допустим, поставили по 100 рублей каждый. Один кто-то выиграл, другой продал, то есть, один не продал, или не проиграл. Значит, один получает 200, другой остается ни с чем. Это вот как мы вчера играли, кстати, общее количество денег не изменилось. Правильно? Игра с нулевым математическим ожиданием. С нулевой суммой, да. Игра с отрицательным, это если мы, допустим, играли бильярд, арендовали стол, там, заплатили за аренду стола, там, не знаю, 50 рублей, к примеру. То есть скинулись по 100, 50 отдали за аренду, но получили только выигравший получил только 150 рублей. Вот играя на фондовом, если вы действуете на фондовом рынке как спекулянт, то есть это игра с отрицательным ожиданием, математическим ожиданием. Да, то есть часть денег себе заберет брокер, один выиграет, другой проиграет, но часть денег себе заберет брокер. Да. А если вы инвестор, то у вас матожидание положительное. То есть вы вложите там 100 рублей, другой вложит 100 рублей, там, 10 человек вложит 100 рублей, и все они вместе могут получить там, каждый по 200 рублей. Все будут в прибыли за счет чего? За счет того, что за вот этим ростом стоит рост экономики действий бизнеса. Да? Действий бизнеса. Вот, значит. Значит, к чему я это? Значит, инвестор получает прибыль. Потому что покупает, продает за счет того, что у него, вероятность роста на себя будет. Спекулянт. У спекулянта. Вот задача спекулянта добиться так, чтобы эта вероятность у него всегда была выше. Вероятность движения цены, угадать, да, чтобы она всегда была выше, чем. Чтобы она всегда была положительной, да, чтобы это была игра с положительным ожиданием. Как этого можно достичь? Первое. Простой способ. Принцип. Покупать от балды, можно сказать, в любой точке, купить здесь и смотреть. Если цена пошла против вас, допустим, упала на 1%, тут же закрываться. А если она пошла в вашу сторону,
держать и давать прибыль. Допустим, дошла она, там, 5%. И закрывается. Таким образом, у вас что получается? У вас получается решение предпринимать вообще абсолютно, там, ну не знаю, подкидывание монетки. Вероятность. То, что вам покажет монетка, там 50%, да, там, орел или решка, если при большом количестве сделать. Но у вас будут ограниченные убытки, а прибыль будет всегда, ну, не всегда там. Всегда гораздо больше. Завтра или завтра что делаем? Что? Завтра что делаем? Опять с балды покупаем и смотрим. Вверх. Да, и так это. Ну вот я начинаю с того, что таким способом. Я начинаю от того, что с таким способом можно повысить. Повысили сегодня, дальше. Завтра то же самое. Так каждый раз. У вас на каждую, у вас, допустим, у вас половина сделок будет проигрышных, допустим, вы будете. А он упал завтра. Что? Значит, вышло из этой сделки. А если вот у меня задача, чтобы 5% свои получить, дает, жду, он там 1, 2, 3 дает, я все жду, а потом оно раз и начинает. Смотрите, цена пошла в эту сторону, цена пошла в эту сторону. Вы стоп уже поставили в точке безубыточности. Ну да. И все, вы уже по-любому, допустим, вы на 1% поставили, все. То есть стоп идет вместе за ценой, да? Нет, ну для начала просто поставили. Если, допустим, вы не получили, допустим, вы поставили цель 5% сделать, да? Да, да. Вы, допустим, не получили 5%, ну, считайте, что эта сделка не удалась, хотя вы все равно при своих вы что-то получили. Так, а если она, например, до 4% доросла, потом начала падать, мне закрываться или ждать, смотреть на нее, как она дальше будет? По-разному. Это вы решаете сами. Я так не ожидал, я сейчас просто вам рассказываю, за счет чего можно повысить, так сказать, это одна из свою результативность. Наименее убыточной стратегии. Да, это просто убыточная стратегия. Да, одна из... Стратегии. То есть вы ограничиваете свои убытки при любом движении цены, что бы там ни было, что бы ни случилось. Ограничьте, ну, не знаю, 1%, допустим. Купил за 100 и сразу нанес деньги, поставил продажу, да? Правильно, да. А если цена выросла там, допустим, ну, на 105, вы там ставите стоп на 105 и пойдет вниз, ну, получите эти 5 рублей, не пойдет вверх. То есть вместо take profit двигать стоп. Вверх. Да, двигайте стоп. Угу. Просто двигайте стоп. Значит, ну на самом деле, ну так как вы понимаете, что в принципе рынок всегда растет вверх, да, то и если смотреть его даже в узком периоде, то все равно больше шансов-то играть всегда вверх. Он рано или поздно все-таки доползет. То есть, в принципе, играя всегда вверх, вы, если тут у вас вероятность. Пойдет, не пойдет, ну 50%. Ну она не монет 50%, но так, вероятность выбора монетки 50%. Но если вы на это забьете и будете играть только вверх, у вас вероятность уже выше. Почему? Потому что если в целом вверх, то общая тенденция, да, она все равно больше будет, больше вверх. Играете вверх, уже вероятность больше, уже становится больше. Вы просто хотите сказать, что здесь просто личными эмоциями нет места? Надо... Я вот по эмоциям, это очень важная тема, я хотел, если успею, расскажу по ней. На самом деле, раз уж затронул этот вопрос, почему 90% проигрывает еще из-за эмоций? Потому что испытывают сильные эмоциональные... Не, ну вообще, на самом-то деле, как бы, проигрывают те 90 человек, там идет человеческий фактор. Потому что человек вот знает правила, по которым работает, но все равно вот, кажется, что я лучше знаю этот рынок. То есть, а что я сейчас стоп буду ставить? Он у меня в голове стоит. А рынок раз и пошел вниз резко. То есть на эмоциях проигрывает в основном. Ладно, дальше. Значит, смотрите. Вот это вот первое правило. Вообще первое правило. Чтобы научиться зарабатывать деньги, научитесь сначала не терять всегда. Если для инвестора стопы вот эти не нужны, стоп получения. Да, если цена пойдет против него, он падает. Он достигает диверсификации путем, так сказать, то, что у него много бумаг, какая-то может, да, не сработать, там что-то там в юку сложилось, что-то, но другие дадут больше, то для спекулянту работать с большим количеством акций нельзя. Он не сможет за ним следить. Я сейчас в основном работаю либо по одной, либо по двум акциям. Иногда бывало, там, 3-4, но это больше... чтобы просто понять, почувствовать цену, как чего идет. То есть входил маленькими получениями, просто последите сам. Значит, более того,
значит, и ваша защита, ваша защита. У инвестора всегда защита. Это стоп получения. Вот почему-то все люди вот входят и пошло против них. Они начинают, ну, сразу почему-то там начинают работать эмоции, надежды. Нет, вот сейчас развернет, сейчас должен. Да нет, ну вот тут вроде все растут, вот вроде там Путин там встретился с Чубайсом, он сейчас АВС, что-то там давно там, или еще. Начинает такой себе придумать, все это ерунда. Вот, возьмите твердо правило, ограничить свои убытки, да, возьмите твердо правило, стоп, жесткий стоп, ограниченный 1%. Как тут, правда, можно еще действовать? Можно входить не всем капиталом, я никогда не вхожу всем капиталом. Например, вы вошли на, скажем, 12,5%. Ну, даже чтобы проще, допустим, 10% от капитала. В принципе, вы можете допустить стоп по остатке капитала. 10%. 1% я имел в виду отсчета. Да? Если вы вошли не всем, а то 10%. То отсчет. Если вы видите, что рынок идет в вашу сторону, то есть цена подтверждает вашу правоту, вы добавляетесь. Ну вот я 12,5%, я сначала работал, 12,5% я добавлялся. Раз, выросло, еще удвоился, 25%. Еще чуть пошел, удвоился, 50%. Еще чуть пошел, 100%. То есть цена подтверждала мою догадку, что я стал правильно направлением. За какое время? Только мы. А? За какое время? Изменения, роста и добавки. Значит, я внутри дня не работаю. Стараюсь не работать. Надо не получать, конечно. Вот я не спрашиваю, сколько дней или недели. Моя задача получить прибыль 10% было, да? Я потом 12%, закончил я с 12% на спросе. Значит, моя задача получить была 12% в течение месяца. И я исходил из расчета на месяц. Я смотрел графики дневные, исходя из дневных графиков. Мне это нужно было заметить. За месяц найти такое движение по одной бумаге, в общем-то, никакой проблемы. Какие ты индикаторы используешь, когда смотришь графики? Да. Дойду до этого. Ну, ладно. Тогда раскоснулись, расскажу. Значит, вот смотрите, значит, как я сказал, ограничиваем убытки и даем прибыли течь, да? Главное свое. Теперь дальше, если работаем вверх, уже вероятность выше, хотя, конечно, бывает падение, вот, ну, там на падениях можно очень серьезно тоже заработать, почему-то быстро, падение быстро, деньги делаются быстро, хорошо, но опасно, вероятность, так сказать, меньше. Ну, не будем сейчас этим париться, да, вы работаете всегда вверх, уже повышает ваша вероятность. Дальше, если вы встаете по тренду, что такое тренд? Знаете, да, изменение цены. Вот этот тренд вверх, цена. Да? Восходящий тренд. Восходящий тренд, да, тенденция, правильно. Если вы встаете по тренду, вот грубо говоря, вот смотрите, есть такой график. Допустим, даже у нас боковик. Вот так вот акция. Пошла. Рынок не вверх, не вниз, а вот так вот пошла. Как-то вот так. Допустим, вот здесь у нас цена 100 рублей, тут 110 рублей. Вот что нужно вот в этой точке делать, как думаете? Покупать. Что вы стали делать? Заявку покупать на 110. Правильно, покупать. И сразу 100 рублей стало чуть ниже. Правильно, 100 рублей. Вот здесь он ставил, да. Да. То есть ничего сложного, да? И где вы будете продавать? Вот, я бы продал на 100%. На 5. На 110. Ну, я поставил 100 профит. Ты и профит лишь поставил заявку. Все правильно. Вот вы, в общем-то, и ответили. То есть я, по большей части, так торгую. Я тоже, я 90%. Да не выделишь, я тоже так торгую. Я что-то так не получил. Так, ты сказал дальше, я помню. Ты просто все-таки или стоп двигается. Я еще сказал. Значит, какие варианты? Все-таки take profit ставится или стоп двигается? Значит, ну, если вы хотите, как я работаю, да, так сказать, как я 50% подаю, вот в последнее время 50% закрываться. На 50% стоит стоп, чуть ниже. Дальше как повезет. Пошла цена выше, пробила она на этот уровень. Я
Опять докупайся и дальше. А стоп стоишь на, ставишь на 1% ниже той цены, которую продал? Там в зависимости стопа, ну, в принципе, да, но зависит от того, вот, какой движняк был, да, сколько я получил. Mm-hmm. То есть, если есть возможность, я поставлю чуть побольше, конечно. То есть, если вы встаете, чему я хочу сказать, если вы встаете по тренду, по движению цены, да, то вероятность ваша еще выше. Вот теперь только самая задача остается, как найти этого движняка, как найти этот тренд. Для этого, так сказать, для анализа цены существуют такие две, ну, называется наука, я бы назвал все-таки наукой, она не дает точных ответов. Значит, есть такая вещь, как фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ, он исследует состояние, исследует, так сказать, вероятность изменения цены с точки зрения, исследуя состояние дел экономики, начиная с мировой, экономики в стране, дальше экономика в отрасли и экономика там, конкретной фирмы. Ну, рассчитывается, ну, на чем это строится? Например, если это нефтянка, допустим, да, можно вот посмотреть, что творится в мире там, с нефтью, да? Какая вообще ситуация в мире, там, война, там еще что-то, смотрят такие, да, показывают, как растет нефть, вот росла у нас нефть до 80 дошло. Соответственно, нефть хорошо росла, значит, прибыль нефтяных компаний должна увеличиваться, значит, так сказать, нефтяная отрасль. Хорошо, Саша, можно в техническом анализе, потому что у тебя не так много времени. Хорошо. Подробнее об этом как? Значит, и технический анализ. Другой подход. Технический анализ. Технический анализ исследует только движение цены. И вообще наплевать, что происходит, какие новости, война, не война, там, какие там отчеты, компании, все. Просто следить, просто, так сказать, анализировать движение цены, следить за ценой. Это технический анализ. Вот как вы думаете, какой наиболее эффективный путь? Совмещение. Для спекулянта технический анализ важнее. Да, инвестор. Вот то, к чему я пришел. Сейчас тренд к фундаментальному. Я понял одну вещь. Вообще достоверную информацию на рынке, то, что творится. Достоверную информацию на рынке нам говорит только одна вещь. Это цена. Все остальное нам, всем остальным мы. Догадки. То есть она, да, это может быть догадки, это может быть разводки, это может быть все что угодно. Но цена всегда права. Вот это аксиома. Если ее взять за эту аксиому, то. То есть построить на них свою стратегию, то и будет у вас результат. Значит, все, что говорят аналитики, не читаем вообще, не знаю. За новостями там можно не следить вообще ничего. Я читаю новости там, но потом уже самое. Так уже сзади план, чтобы понять, что происходит. Просто следим за ценой. Цена, движение цены, оно мне напоминает как бы движение вот ручейка водички. То есть оно в принципе, оно более-менее предсказуемо. Его всегда можно спрогнозировать с большой точностью. Через какое время можно начинать его прогнозировать? А не сразу пришел и увидел. Ну вот я вот когда спросил вот здесь, да? Ну через сколько? Что вы тут сделаете? Вы уже сказали, что в такой ситуации там купите, правильно? Ну это люди, которые этому разбираются. Сколько нужно времени для того, чтобы начать разбираться? Ну, дело в том, что так как я прочитал много книжек, благодаря, поработал с фундаментальным анализом, понял, что все это ерунда, поработал по советам аналитиков целый месяц, ну, не помню сколько там я, да, месяц, вот чисто следил там, по-моему, за Эсцериком, за каким-то аналитиком, понял, что все это полная ерунда, вот, дойти до этого мне, да, почти год, наверное, до этого дошло. Но когда я понял эту ситуацию, что нам всегда говорит правду только цена, только одно. Сколько вешать грамм? Да. А вот вы пробовали следить за людьми, вот вы говорите, разные типы людей там? Нет, а мне это прибыли не дает. Нет, неинтересно. Это только лишняя трата времени, и наоборот она отвлекает. Она наоборот, эта информация, наоборот, она может повлиять в худшую сторону. Хорошо, за людьми, которые играют на рынке. Ну, смотрел, следил, да. Просто есть какие-то интересные личности. Перед падением, а как все ведут себя, как зачем?
школе учился? Нет, я просто не знаю, а как можно сказать? Списываешь уже ошибки слишком другого человека. За каким-нибудь брокером, который, да, там? То же самое. Нет, но есть у меня знакомые, которые там... Чат, который говорит. В чате, да. А, ну то есть это все... Я смотрю, как они делают. Ну в чат можно написать что угодно. То есть объективной информации нет. Нет, подождите, я просто слежу за другими. Я просто думаю, как можно. Нет, я говорю, что мне это не интересно. Давайте поделаем. Все, значит, сосредотачиваться только на самих индикаторах. Сосредотачиваться только на самих. Дальше. Какие? Да. У меня вопрос по аналитикам. Почему, на ваш взгляд, рекомендации аналитиков известных компаний различаются примерно на 30%? И на вопрос, если можно читать, то кого бы порекомендовали? То есть кому можно... Рекомендую никого не читать, но абсолютно. Абсолютно. На рынке появляются время от времени разные личности, там, которые там, вот смотришь, вот наблюдаешь в чатах, да, вот, замежевой толпой. Я не про чат, я про изведу. Нет, вообще, да, вот, да, вот да, я Олег, смотрю. Олег, давай мы сейчас завершим теханализом, да. А потом я оставлю... Да, ну, большая серьезная наука, это не наука, а искусство, я бы сказал, да. А, вот первую аксиому я сказал свою, да, что цена всегда права. Да. Вторая, вот многие считают, что теханализ носит предсказательный характер. Теханализ носит, я бы сказал, вероятностный характер. Он просто может говорить, что цена с большей или меньшей вероятностью пойдет туда или обратно. Но никогда ни один теханализ, ну, никакой там индикатор, ничего не покажет точное направление цены. Значит, теханализ достаточно сложный, большая наука, про нее можно долго рассказывать. Значит, на чем она основывается? То есть, есть два метода теханализа. Это графический метод, это вот смотреть за изменением цены на график. И математический метод. Математический метод это что? Это на основе графиков в прошлом, на основе данных ценовых выстраиваются какие-то, ну, берется от них производная, строится какая-то функция. Я вот сейчас покажу, по-моему, у меня тут. Называется скользящая средняя. Скользящая средняя. Период какой? А? Период какой? Сейчас скажу. Значит, здесь что? Здесь берется сумма, ну, в данном случае берется цена закрытий на момент закрытия. В данном случае у меня период, так как я работаю внутри месяца, да, поэтому я использую период 22, потому что в месяце 22 рабочих дня. Значит, считается цена, складывается цена закрытий за 22 рабочих дня и делится все это на 22. И показывает среднюю цену за последние 22 дня. Вот один из методов анализа по этой связи. Значит, вот эта линия, она показывает, сколько была средняя цена за последние 22 дня. Что нам тут важно? Нам важно направление этой цены, да? Направление этой линии, вот она идет вверх, показывает рост, и отклонение от нее реальной цены. Вот самый простой индикатор. Таких индикаторов полно. Вот многие на основе этих индикаторов, ну, это, так сказать, это самый простейший, я только им пользуюсь. Многие углубляются вот во все эти вещи и думают, что вот это вот эмоция. Ну, как ты при помощи его определяешь, когда тебе войти в рынок? Ну, на самом деле, вот это вот мне вспомогательно, я даже не пользуюсь. Ну, я им так просто посматриваю. Я бы что бы здесь я сделал, к сожалению, я тогда раз упустил в этот момент. Ну, что бы я сделал? Ну, вот смотрите, как можно по нему работать. Можно если цена уходит вверх, покупать, а как только она пересекает, продавать. Ну, тогда вот здесь бы, конечно, по хаям бы не продали, но вот здесь бы мы продались, да, и, так сказать, получили бы все-таки прибыль. Дальше здесь пошло, ну, здесь бы мы... Что у нас вольно срабатывает. Ну здесь не стали, здесь вторая получается. Ну даже допустим стали, ну, ничего не теряем, ничего не самое. Что-то там пересекло, что ложно. Прокол в лобу просто и все. Да. Хорошо. Здесь, как ты принимаешь решение, что надо войти в рынок? При помощи каких? Я использую другие методы. Я вообще не какой-то. Я просто хочу что сказать. Вот поймите логику всех этих индикаторов. Они не могут носить предсказательный характер. Есть один из основ теханализа, что все повторяется, что движение цены повторяется. Да? Ну, я не вижу, где в формуле, где заложено это повторение. Мы линии и все. Ну это ваш метод, а люди Нобелевские премии получали. Ну да. Что? Ну, они я деньги заработали.
из всего. Из всего. Так а как этими пользоваться? Сейчас расскажу, значит, из всего вот этого большого, так сказать, из всего большого искусства теханализа. Я пользуюсь самыми наипростейшими. Это линия тренда, простая средняя. Простая средняя. Она, то есть она не влияет особо на мое решение. Больше я смотрю все-таки на линии тренда. Но так сказать, и она мне просто подтверждает, скажем, она работает. Теперь по линии тренда. Извините, входить все равно приходится в течение дня, внутри дня. Я, конечно, стараюсь, ну вот самый лучший вариант, ну смотрите, вот такая ситуация, да, была. Как строится линия тренда? Вот у нас первый минимум такой-то сейчас, вот второй минимум, мы строим, и вот цена дошла к нему. Вот в этой точке наибольшая вероятность возникает, что цена отскочит, пойдет вверх. Если цена пойдет вниз, у меня стоп, если пойдет вверх, я в прибыль. Значит, вот в такой момент я купил. А насколько она пойдет? Да? Значит, мне надо что считать? Мне надо сделать в месяц 10%, ну 12%. На, с плечом со вторым, да, тогда я со вторым работал. Это, соответственно, надо просто найти ход цены, вероятный ход цены на 6%. То есть я смотрел, ну, сверху у нас другая ситуация. У нас тоже вершина сходится, получается треугольник. Да. Треугольник чем замечательный? Тем, что он сходит, цена должна из него выйти. И вот цена мне сейчас показывает, что она выйдет вверх. Вот скоро Газпром пойдет вверх. А не пойдет вверх, значит стоп сработает. Значит, просто считаем вот вероятность вот, сделать денег 275 на 289. Ну, маловато, конечно. Были получше. Да. На самом деле, вот этот график на МББ, вот если мы строим на АТС, там более четко там издалека идет. Хорошо будет. К сожалению, я вот сейчас вот... не поняла, а с верхней не поняла. То есть, когда покупать, я поняла, а когда... Значит, вот, поэтому я рассказываю дальше. Значит, какие у нас есть варианты, как у нас может идти цена? Как угодно, да, допустим. Но есть у нас какие-то вот... Ключевые. Большую часть времени, посмотрите, большую часть времени цена проводит в коридорах. Вот она откуда-то пошла. Вот... Ну, вот отлично, да, вот у нас, допустим, пальцы вершины. Вот у нас одна вершина, вот у нас вторая вершина. Вернее, не вершина, а наоборот, низина, да, минимум. Два минимума. Что здесь? У нас один минимум. Вот этот минимум, выше предыдущих. Что это говорит? Это говорит о том, что цена растет. Для нас важно является линия поддержки. Подромче. Линия, прочерченная снизу, это линия поддержки. Я по ней строю. По этой линии, впадинам, да, я строю вот эту вот линию поддержки и прокладываю туда далеко. Могу построить вторую линию, параллельно этой. Ну, можно так сделать, да? Вот раз цена пошла, отскочила, я здесь построю. Что, цена баз пошла сюда. Вот в такой момент я куплю, всегда. В такой момент. Когда цена опять коснулась этой линии. В этот момент вероятность движения цены вверх всегда будет выше. Отталкивается. Да, цена как бы отталкивается, она у нас как бы не препятствует. Почему это работает? Потому что все это знают, все строят такие же линии, и все начинают здесь тоже покупать. Все очень просто. Как я сказал, технический анализ это же коллективное сознание. В принципе, работает только поэтому. Дальше. А если не сработает, ну и плевать мне, у меня стоп. Мне, в принципе, все равно. Да? Я просто четко знаю, что я стоп свой зарежу, причем зарежу сразу, а если будет прибыль, то я буду держаться. Очень практически. Здесь просто возникает хорошая вероятность, да. Но, в общем-то, и все, разворота цены. Дальше, цена пошла вверх. Ну, вот, в принципе, когда цена доходит вот, до верхней, вот мы подчертили коридор, коридор часть просто параллельно линии поддержки, да, у нас получается. Здесь можно, ну, предсказать, что да, наверное, она здесь как-то развернется. Ну, тут она мне не дошла чуть-чуть, да, но если бы она дошла, я был здесь бы 50% сократил, закрыл позицию, на случай прорыва, да, она могла бы
верхнего, а 50%, ну, поставил бы стоп, где память. Ну, в зависимости от того, как у меня прибыль, да, где бы я его поставил, там этот стоп. То есть от того, как у меня сложилась прибыль. Все. Но! Вот я держу, держу, держу. Допустим, я даже что-то не продался, она там не пошла, она меньше пошла. Но как только цена пересекает эту линию тренды, пробивает ее вниз, я тут же продаю. Вот здесь. На самом деле, мне все, что мне нужны только сигналы. Эти сигналы мне показывают цена. Вот тут она мне показала сигнал покупать, вот тут она мне показывает продать. Саш, в шорт играешь с мечом? Да, конечно. Я на фьючерс. Почему? Потому что, естественно, у меня сейчас задача 25% делать. Это так, я для начала. С пятым, плечо получается 6,5, конечно. Хорошо. У нас вот время как бы такое основное закончилось. Скажи, пожалуйста, свои жесткие правила, просто вот кроме ставить стопы, то есть цена всегда права, и еще если есть такие, тезисно. Да, как на самом деле, я вообще, если как резюме, вот то, что я все вот это рассказывал, вот тоже такие, не? Потому что все это все знают. Это самое главное. Да, и прибыль получается секрет. На самом деле, все главное, это психология. Почему-то люди, главное это психология, почему-то люди вот все это видят, все это знают, все равно вот раз цена тут падает, вот тут цена у нас, да, падает, они боятся тут купить. Ну, в принципе, да, я вдруг говорю, правильно. А вдруг она вверх пойдет? А потом раз цена пошла вверх. Они сидят так, ага, сейчас. Ну, вот она раз что-то пошла вниз, ну, рады скажешь, типа, она бац, вверх пошла. И почему-то люди, несмотря на то, что все это знают, купят обязательно вот здесь. Я не знаю, что такое. Закон большинства. Мерфи, закон Мерфи. Да. Каждые 3 года убиваются. Дальше. Когда цена пошла против них, вот они купили здесь, вот и это самое. Вот пробил. Вот цена пошла против них, они почему-то начинают держать. Что начинает работать надежда. Нет, сейчас развернется. Она же была там ну, 200 да. рублей была. И вот она падает. И чем дальше падает, там 150 рублей, тем больше они начинают держать. И когда уже упадет жалко, совсем невыносимо, до 120. Жалко, да? Жалко, тут давайте. Тут уже все понятно. Капец. А я ему могу сказать, цена обязательно развернется, пойдет вверх. Закон области. Нет, это не закон, это просто эмоциональная торговля. Это на самом деле... Это решение своих личных эмоциональных проблем. Ну, на самом деле, да. Проиграем. Конечно. Как с этим бороться? Жесткие правила. Жесткие правила. Первое, да. Жесткие правила. Значит, первое. Обязательно ведите учет всех своих сделок. Значит, первое, начнем даже с того, что анализ начинайте с вечера. Никогда не анализируйте во время торгов. Во время торгов думать вредно. Вообще абсолютно. Во время торгов надо действовать. Все ваши знания ничего не стоят, стоят только действия. Анализируйте все вечером. Примите какое-то решение. Дальше. Все свои сделки записывайте. Эти сделки, они должны быть обязательно на, так сказать, на основании тех. Это как бы запись. Она уже в момент. Жесткий план должен быть перед тем, как вошел в рынок. Да, перед тем, как даже сделать действие, вы его обязательно запишите. Вы его обязательно, да? Сначала покупаю 100 акций, того-то. Все. Вы тоже покупаете. Вы составили с вечера план. Утром, например, у вас там, ну, не получилось по каким-то причинам, да, до начала торгов, там вот сразу с началом торгов свой план внедрить. Mm-hmm. И вы там протянули до обеда. После обеда в 2 часа вы заходите и видите, что ситуация значительно отличается от той ситуации, которую вы анализировали вечером. Что вы будете делать? Смотрите, я когда вечером анализирую, я смотрю дневные графики, да? То есть графики, где... Период день. Да, период день. Вот это вот дневной график. Вот это вот дневной график, да? Вот если... Это за день? А? Нет, вот здесь каждая вот эта свечка, это отдельная история, да, тут японские свечи, интересная тема, но это показывает движение внутри дня. Движение внутри дня. Значит, первый вариант, чтобы избавиться от эмоций, вы можете с вечера просто, так сказать, чтобы исключить эмоции, вы можете с вечера просто посчитать, ну, что вот у вас вот, вот эта вот, вот линия идет, вот куда-то сюда выходит, то лучше цена покупки у вас там, ну, 275,
Можете прикинуть, что вот оно там падает, что там как-то, что вот это самое лучшее. Вы можете просто даже сесть, отдать поручение, или перед таргами, отдать поручение, купить по 275. Цена там 280, там, ну, купится, не купится. Но вы знаете, что, ну, знаете, что это хорошая цена, это лучшая цена, что вот эта цена на 90% будет разворот и пойдет вверх. Дальше. Даете тут же второе поручение. Условно. Купить, ой, вернее, самое, продать эти акции. Ну, то есть это стоп-заявка будет. Продать эти акции при цене, ну, допустим, вот 272. Если наступит цена 272, то продать эти там 100 акций, которые купили. И активировать это получение только если сработает первое получение на покупку. То есть срабатывает у вас, купилась у вас акция, тут же стоит стоп. Все, цена пойдет против вас, ну, тут же стоп. Получите небольшой убыток, ну и что? В следующий раз получите прибыль. Ну, в общем-то, все. Днем планы не меняете, что вечером себе наметили, то и держите. Ну, на самом деле, это я рассказываю идеалистам, конечно, я меняю, конечно. Разные бывают. Основные покупки с утра делаете? Нет, по-разному, абсолютно. Когда я внутри дня работаю, и я вообще смотрю. Вообще, я вам скажу, когда, вот, кстати, самый лучший момент, где я больше всего сделал денег, вот самый классный момент, это когда идет падение. Вот когда рост, ну, не так все интересно, и цели там как-то велики. Вот самый классный, когда идет падение. Вот идет тренд вниз, как-то так все падает. Я черчу время. Значит, смотрите, когда у нас все растет, для нас наиболее важное, это линия поддержки, вот этого, да, линия тренда, она чертится, она строится снизу. Когда у нас падает тренд, а что у нас является основанием, если вы считаете, что падает? Это когда каждая последующая вершина ниже предыдущей, а каждая, так сказать, низина, да, она он получается выше. Да. Значит, чертим такую линию. Вот она падает. Она вот тут может вообще упасть. Это вообще хорошо оказывается. Не-не-не. Это нормально. Для фондового рынка это нормально. То есть там часто бывает. Да, кстати, никогда вообще, вот помните такое правило, что цена расти может. То есть не принимайте решение, допустим, о продаже, если на основании того, что цена выросла слишком много. Или решение о покупке на основании того, что цена упала слишком сильно. То есть всегда есть куда упасть, всегда есть куда расти. Вот недавно, вчера кто-то девушка сказала, да, что RAU-ES там продавать. На самом деле, вот цена пока говорит обратное. RAU-ES растет. И никаких оснований для продаж пока нет. Может быть, там есть какой-то инсайт, может быть, и что, может оно произойдет. Но цена об этом скажет, она пересечет вот эту линию тренда и скажет. Так же, когда и падает. Падает она может откуда угодно. Но она вот сюда упала. Потом как пошла, как-то бац, вот она пересекает вот эту линию. Вот эта линия, вот эти линии больше всего приносят денег. Вот такие вот пересечения вот этой точки. Что это говорит? Это говорит о том, что тренд побит, что падение, что вот этот тренд падения, он закончился. Это не говорит о том, что теперь пойдем вверх, но это говорит о том, что будет новый тренд. Возможно, он будет тоже вниз. Возможно, там пойдет, у нас будет новая точка, она будет опять ниже этой предыдущей. Но, так сказать, это самое, но просто вниз, но меньше скорости. Возможно. Но однако, как пока спрашивают, мы после падения очень резко отскакиваем. Кстати, здесь. То есть вы хотите сказать то, что когда вот такая точка не ставишь, надо призадуматься немножко пристроить, да? Что надо? Остановить землю, я сойду. Ну, немножко остановиться и задуматься, или подождать, посмотреть. Если идет пересечение этой точки, то ничего думать не надо, надо брать, покупать. Думать не надо. Вот я здесь вот так вот нарисовал, да, на самом деле мне в этой ситуации, я тут нарисовал, в этой ситуации у нас уже появился минимум, который чуть-чуть выше. То есть я уже могу так предположить настроить рынок. Вот это мне намекает о том, что цена все-таки развернется и пойдет не в боковики, а там, или не продолжит падение, а вниз. Вот это вот, ну это вообще идеальный вариант. Еще он более идеальный, когда вот идет у нас простая средняя, которую я все-таки смотрю, вот она идет, она будет где-то выше. Пересекается. И вот самый лучший момент, когда вы можете заработать больше денег, они почему-то вот тут вот сходятся. Вот где-то вот простая средняя, она будет, да. У вас пересечение будет и простая средняя. Иногда бывает, что
как бы средняя еще далеко, вот она там как-то, ну так другой падение была, она здесь. Тут сложно пока говорить, там, допустим, оно лучше бывает, но скорее всего будет еще там какой-то тренд, еще будет. А вот когда она пересекает, она там резко идет вверх. Вот это самая лучшая точка. Одна из ошибок, еще вот, которую делают там начинающие трейдеры, это всегда, это желание всегда быть в игре. Всегда, в каждый момент. Войти там, где-то, все там. Понимаешь, все уже там на хаях там, да, и нет таких вот хороших точек для покупки. Нет, войти и играть, играть, как-то. Нет, надо спокойно сидеть и ждать такие точки. Можно сидеть первые две недели, не делая планы, но ждать. Каждый месяц по одной из там пяти акций, которые вы берете, такая точка возникнет. Возникла она, не думай покупать. Я бы еще на самом деле купил вот здесь. Я вот я бы тут запустил, я так называю это шпион. То есть как раз заявку на, когда я работал на споте, это была заявка на 12,5%. То есть я на 12,5% отцом покупал. Ну так как я подумал. Отчета, да. Так как я работаю по двум бумагам, если есть второй вариант, я бы по второй наверное, купил под 12,5%. Мне было заложено 25%. Да? Когда вы покупаете, легче следить, легче понять цену, легче видеть, да? легче за ней наблюдать. Стоп при этом деле, да, это вот разворотная точка. Здесь почему именно хорошо заработать? Почему она так привык приносит? Потому что вы берете по самому низу там разворот. Вот смотрите, давайте даже здесь посмотрим. Где бы была точка. Ну вот если построить. Ну, от этой вершины вообще все просто. Да? Вот она идет, вот тут вот где-то падает. Вот она где-то у нас вот здесь. Вот сильно упала. С масштабом. Да, не здесь, к сожалению. Не сжимать для этого. С масштабом. Ну, масштаб. Здесь бы, конечно, да, здесь, наверное, ничего не сделаешь. То есть, ну, видите, вот она пошла, потом отскочила. Ну, да, будет такой. Ну, вот здесь, например, если же стоит поставить от этой вершины, вот здесь уже можно было хорошо получить. За много денег. Может она пойдет, может она может не пойдет, но вероятность того, что вверх здесь будет все равно гораздо выше. Дальше пошла наверх, переносим стоп, уже у нас убытка. А дальше просто сидим, наслаждаемся. Смотрим со своим финансовым планом, да, сколько мы должны сделать, там, 5-10%. Ну, лучше, конечно, вот так вот такие варианты и искать, ну, не лучше, а уже обязательно, да, входить из того расчета, что будет движение цены не менее 5%, да, там, по нашему плану. Вот таким вот способом я сделал очень много денег недавно на Татнефти. Я сделал, ну, вернее, мог, конечно, сделать больше, все экспериментировал. Мог бы сделать 200% за 2 месяца, сделал только 60%, к сожалению. Вначале, если бы я не дергался, я бы, так как у меня вначале все было, у меня вышло 200%. Со вторым причем все очень. Хорошо. Дело в том, что Альфа-банк, вот, услугами которого я пользуюсь, он... Все, уже ответы на вопросы, Саша, к сожалению, не имею. Что дает? Пожалуйста. Не дает даже если по 4-й причине. Что не 25% у вас сейчас стоит. А, сейчас задача. А это ничего не изменилось, просто я работаю на рынке фьючерсов, а там получается плечо уже 6,5 практически плечо. На нижнем граде, блин. Вот средняя, которая здесь средняя, что не выше. Почему там не купить? Вот внизу сама покупает, когда вот она пошла. А там же вот тоже средняя пересекается. Выше. Первые сгибы. Вот это? Выше. Вот первые сгибы. Нет, ниже. Вот эти вот, да, вышины. Они же тоже пересекают. Нет, здесь имеется в виду, что они не пересекают. Ну они подходят, они заставляют подумать. Брать не брать. Продавать, почему не брать? Почему я тут? Нет, вот смотрите, первая вершина, вот она есть, вот вторая, по ней я построил. Вот почему я здесь не покупаю, потому что еще нет пробития, да? Нет пробития. Почему вот здесь, почему вот именно в этот момент я шпион купил? Потому что я увидел, что уже, ну там, допустим, сильно отошло все, сильное отклонение от простой средней тут обычно возникает, сильное отклонение. Значит, увидел новый минимум, который выше предыдущего, и тут я купил шпион. На самом деле это не обязательно. Я уже в тонкости все расскажу. На самом деле для меня важен сам факт пробития. Вот она пробила вот здесь. Все, я уже знаю. Вопрос. Да. А насколько должно быть пробитие? Вот какое пробитие для тебя является индикатором? Вообще, когда самое большое, ну, вероятность максимальная,
это когда уже появилась новая свечка, целиком тело которой, целиком, ну, надо тогда рассказать, что такое свечи, ну, тело которое целиком находится уже вне вот этого тренда, оно уже вышло из него. Когда пробитие идет еще в теле свечи, вот оно так, да, половина свечки, здесь. Что такое свечка? Свечка. Как отображаются графики на тяжелые графики? Какие варианты? Так, все, свечка. Ко внутри дня не важно, когда входишь? Внутри дня не важно, куда. Бьешь рынок и все. Нет, важно. Потому что я могу войти внутри дня так, что мне потом, что там еще может вниз сходить еще больше, чем у меня запланированный стол. Но вещь тут какая? Всегда внутри большого тренда. Всегда есть маленький тренд, да? То есть внутри дня я стараюсь отловить маленький тренд, потом если поперло. Это вот к вопросу на том, утром или вечером. То есть в рамках общей тенденции все равно стараешься поймать минимум. Конечно, внутри дня. Если вверх играешь. Нет, если цена идет вверх, смотрите, да. Вообще, если цена Хорошо. Идет вверх, то брать достаточно безопасно. Да. Угу. Я мог не ловить минимум, это не страшно. Не страшно. Вот показал новый минимум, да, еще. Господа, я все-таки объявил, что у нас сейчас обеденный перерыв.